Здравствуйте, мы находимся в игре Klondike на андроиде. Итак, я предлагаю вместе немножечко поиграть. У меня остался мишка, золотой мишка. Обменять. Так, и по-моему сейчас мы выполним задание. Но это не точно. Подождите, какое-то я задание должна была что-то делать, и мне медведь помешал. А, все. Мы делаем, идем, и медведь раз и стал посреди дороги. И никуда нас не пустил. Бывает. Тут вообще, вы знаете, на этом острове очень сложно куда-то дойти, потому что у нас периодически везде вот такие вот большие камни преграждают нам путь. И куда бы мы ни шли, мы по пути их встречаем. Так, энергия закончилась, ну, надо отправляться домой. Вообще, по-моему, я не знаю, правильно ли я выбрала. Ну да, сюда ближе. Тут не пройдешь, тут камни. Это только сюда. Тут что-то большое, опять-таки, мне так кажется. Ну, будем вот так обходить, наверное. Так, ладно, домой и проверять. Это мы находимся на острове Храм Света. А тут у нас все позолотели, все созрело, все готово. Не было пока на острове. Остров ждал хозяина, называется. Сейчас быстренько что-нибудь посажу, посмотрим на кораблик. Так, и тут тебе тоже коровка. Все, не? 21. Денег фактически нету, но ничего страшного. Все будет. Ой, тут еще 57 минут, оказывается. Как? Два. Так, раз, два, три. Здесь раз, два. Тут раз. Два, три. Что еще куда? Ух ты. Не-не-не-не-не, у нас кораблик. Вы, дяденька, уж простите. Постойте, подумайте. Нагуляйте аппетит. Так, 30. Погрузить. Погрузить. Тоже деньги появились, скажем так. А тут у нас надо подождать. Сколько подождать? Наверное, еще прилично, да? 56 минут. Ну, пропускать никто, естественно, не будет. Хотя, в принципе, тут дядька просил две штуки. Сколько он за это дает? Ну, не так, чтобы много. Так, я тогда сажу помидоры сюда. Оп, стоп, тихо. Сюда помидоры. Здесь тыковку. Так, вообще чего сколько? Да, так плохо с хлопком. Значит, хлопок. Ну и... Не, я, конечно, могу еще одну, по-моему, купить. Не? Мне что-то казалось, что да. Странно. Ой, я тут теряюсь постоянно, где что находится. Я могу купить грядки. А что это я не купила? Так вот. Хорошо, что зашла посмотреть. Так бы и не знала. А вот, да, я же знаю, что могу купить парники. Денег. Вечно денег нет. Всего такого прочего. Так. Оставим и кормим, да? Ой. Тут все печально. Раз. Нет, самое интересное, что вот денег нет, но вот когда я ставлю цель какое-то здание купить, как-то я их откуда-то рисую. Я не знаю откуда, не знаю как. Я так нарисовала уже раз, нарисовала два. О, мясо готово, это отлично. Сейчас еще поставим. И еще чего-то я купила. И третий этот, и второй купила, молочник. Купила? Купила. Как? Понятия не имею.
Не спрашивайте, не скажу, не знаю. Так, раз, два. Идем дальше. Так, вот раз, два, три. Вот тут я до конца, наверное, не дойду. Не, я дальше не пойду, тут кусочек. И все будет. Так, надо 90. Ладно. Тут у нас ничего нет. Все, все проверили. Берем мясо, ставим еще мясо. Это благодаря другому острову. И идем отсюда. Вот еще раз, два, три. Нет, надо хоть одну коровку покормить. 46 секунд. Ладно. Продолжаем. Путешествие во времени называется. 6. Да ну, дайте ж уже 11. Так, все закончится пока. Опс. Ага, дальше тупик. 6. А вот есть такие проходик. Я же говорю, где-нибудь должен быть. Такой маленький, незаметный. Ну, все же 8 надо. У меня 4. Так, вот опять домой, да? Нет, чтобы там задание какое-то сделалось. А этих сколько еще? Еще 2. Ну, как раз в тему сюда идем. Один, а второй, кто его знает, где называется. Ладно. Съездим пока сюда. И соберем мыло, если еще есть. Там надо восстанавливать, но как-то мне до этого пока не дошло. К концу недели, когда вот будет уже финал, а еще дней 6 или 5, быстренько все восстановим, чтобы получить больше энергии. У меня здесь вот стройка века. Расчистить. Ха-ха-ха, да. Вот у меня как раз для вас есть 20 энергии, да? Это они, конечно, пошутили. А где мне мыло собирать? Или уже негде? Все? Да уж. А было, вот еще недавно было. Что у нас тут? У нас тут все печально, да? Сколько мыла в запасе? 50. Такие есть. Таким можно что-то купить. Ого, на 25 уровне. Такое большое. 30. Ну что, я немножко с животными поколдовала. И хоть чуть-чуть, но сделала так. Ага, дальше я не трогаю. Хотя, если только так. 51. Тут у нас ни о чем. Ты у нас тут прячешься. Золотой, когда будешь? Ага. Тебя тут и не видно толком. 3. Подходишь. 2. Правда, денег на животных нету, но неважно. Люблю золотых животных. Так, раз, два. Ой, нет, все, ладно. Закругляемся. Так, здесь еще поставить. И идем, идем, идем. О, есть. Так, еще. Поехали. 66. Ну, это уже о чем-то. Хоть чуть-чуть. Ой, там можно было на другом острове убрать. Ну, ладно. Идемте тут. 4. О, нашла. Тихо. Никто ничего не это, не взрывает. Мы тут подарки открываем. Есть еще подарки? Готовы к подаркам? Не? Жаль. Смотрим. Получить. Так, тут у нас не хватает. А это что новенькое? Ух ты. Ну, мы, если что, будем идти через этот камушек обязательно.
Нам его все равно убирать. Опс. А это жестоко. Сразу тупик. Отремонтировать. Во-во-во. Ой, не хватает одной штуки. А что для этого надо? По-моему, не так уж и много. Сейчас съездим, поставим. Да, я понимаю, сюда мне, конечно, тоже надо, но, скорее всего, сейчас будем двигаться в этом направлении. Не-не, 80 я не трону. Это жестоко прям. Я постараюсь 80 обойти. Это уж чересчур для меня по энергетикам. Тут по 6 не всегда находишь. Они мне говорят, 80 убирай. Шутят. Кстати, сколько я? 5, 3, 0, 6. Где у нас еще такое? Ой, вот тут они все. Ну, так вот и пойдем обходными маневрами. Так. Ничего толком не видно. Итак, первый уровень можно достроить. И посмотреть, что будет на втором. Ага. Цементик. Ну и лопасть, которую мы ищем. Ищем, ищем, еще не нашли. Два. Там, ну неужели придется брать этот камень на 80? Я напрасно заморачиваюсь. Ладно, начнем. Еще 49. Ну, это буду я еще убирать его долго и интересно. Где мой волшебник в голубом вертолете? Ну, через полчаса у меня, конечно, появится немножко энергии. Я кораблик отправлю. Ну, хотя еще я делаю, получается, мясо жарю, тоже энергия. Так, наколдовала я немножко энергии. Но это нам, а это нам таки помогло, но не сильно. Потому что теперь надо стрелять. 50, ну, не выпадет. Ну, один выстрел я точно могу сделать. И все на этом. Теперь надеюсь. Так что этот камень таки был нужен. Без него бы я очень долго играла. Не надо было даже эти боковые начинать, а сразу этот камень. Так, давайте посмотрим. Больше нигде подарков не это не пропустила. Медведя, конечно, мне придется убивать. Очень-очень долго, да? А, я до него еще даже не добралась. И до него надо еще убирать, получается, эти деревья и травушку, чтобы добраться. Ну ладно, сначала олень, с ним как-то все-таки 5 энергии, а не там 20. Есть все-таки разница. А олень какой по счету, кстати, у меня это? Всего их было 5. А так это 4-й. А где 5-й? Ага, не покажут пока, по-моему, где-то здесь. Ладно, опять дам. Так, подождите. Тут я все сделала, осталась только эта лопасть. А она возле медведя. В общем, как только я уберу оленя, доберусь до медведя и уберу медведя, у меня появится лопасть. И тогда я получу 5 штук этих и 15. Ладно. Будем верить и надеяться. Дождалась. Так. И теперь можно, так, стоп, нам сюда сначала отправить и получить энергию. Отлично. Ну, по крайней мере, хватит, наверное. На медведя нет, а оленя сделаем. Девяносто одна энергия. Поехали. Так, раз. О, они испугались, что у меня столько. Аж 3 мяса дали, отлично. Так, давайте пытаемся до него как-то дойти с меньшими жертвами. Нет, да? 6. 6. 6.
Ну, дайте пройти. Ладно, 23. 5 нет. 6. 6. 6. И еще раз 6. Ну, не может такого быть. Ну, дайте дойти-то. В общем, я пыталась, называется. Осталось только 3, опять домой. В общем, чтобы в мобильном клондайке получить много энергии, надо быть настоящим волшебником. Итак, новый уровень. О, у нас новое животное. У нас появился еще новое здание, новое животное, корм. Ну, прибавляется еще плюс 1. И это все, да? 25, 5, 3000 и 30. Здорово. Открыть. Получить. Ой, как хорошо. 89 энергии. Я отсюда ухожу. 11 тысяч денег. О, так у меня целое состояние. Идемте отсюда. Идемте, пока они не передумали. Раз, два, три, четыре. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Все, меня здесь нет. Я ушла на острова. В общем, вот это дерево я убираю. Если вы так прям настаиваете, тоже нет. Ладно, что вы от меня хотите? Отдайте мне медведя. Вот, ладно, 35. Хотя жалко, столько энергии. Ну и что мне осталось? 43. Один раз, два раза стрельнуть. А 200? 20. Да дайте сразу 100 хотя бы, вам что жалко? 20. О, это я еще буду стрелять долго и нудно. Очень долго и очень нудно, скажу я вам. Так. Подарочков больше никаких здесь не наблюдается. Ну, в общем, мы с вами немножечко поиграли. Я думаю, что, в принципе, пока мы с видео я буду заканчивать. Встретимся с вами в следующем видео. До новых встреч!